Сосифицирующей фибродисплазии как? Нормализовалась? Да, лечил по Виктору Макьюзику, плюс над генными блокаторами мутации покумекал, состояние выровнялось. Хм, прекрасно. А нейрональный цироидный липофусциноз еще тревожит? Практически нет. Интравертикулярно вводил себе один отварчик. В общем, обмен липопротеинов нормализовал с горем пополам. Угу. А больше жалоб нет? Больше нет. Ну что ж, тогда до свидания. До свидания. Вот же псих. Запомните, если ребенок 2 месяца бегает голодный, грязный и голый на свежем воздухе, это восстанавливает его здоровье. Дети должны быть худыми и грязными. И с шилом в заднице. А вы кто? Его мама. Да, мама. Хорошо, раздевайтесь, подадите пример. Вы на общую профилактику, да? Хорошо. Запомните, а то забудете. Человеческий мозг на 80% состоит из жидкости, у некоторых из тормозной. Страшная штука, понос при склерозе. Бежишь и не знаешь куда. Хороший человек плохой воздух в себе держать не станет. Лучше торт, из которого вылезает девушка, чем девушка, из которой вылезает торт. С беременными нельзя драться, потому что они всегда готовы к схваткам. Если жена медик, а муж нет, то ребенок у вас будет медикамент. Меня мало кто поймет, но тот, кто поймет, тот мало кто. Следующий. Оля! А там точно пуповинный надрез? Этот же с инфарктом пришел. Валюш, я знаю, что делаю. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Закрываем глазки, закрываем. У собачки боли, у котика боли, у тебя не боли. Дышим, дышим, дышим. У котика боли, у собачки боли. Доктор, а вы не забыли про наркоз? Что, наркоз? Нахера тебе наркоз? Сейчас увидишь, что я с тобой буду делать. Сам вырубишься. Да вы... Что там? Присаживайтесь лучше. Что там у меня? Присядьте, лучше присесть. Угу. Скажите скорее, у меня рак, да? Рак? Рак. У меня рак, да? Доктор. Стоп. Простите, это же не ваше направление. Напугали, сейчас. Доктор. Нет, ага. Ну, в самом деле. Вот ваше. Юля, да. Правильно, Юля? Ну все. Вот ваше. Ну вы шутник, да. Напугали. Ох, ё. Я умру? Умру. Юля? Юля, это бумага с выпиской. Все хорошо, я пошутил. Просто второй раз пошутил. Юль. Черт. О, господи. Ну да. Мой дед в свои 90 лет, знаешь что? Каждое утро и зимой, летом в одних трусах выходил на пробежку. Потом 2 ведра холодной воды на себя выливал. О, так мы с бабкой заебались его потом лечить. Ой, ладно. Что там мой пациент? Уже умер? Или надо будет поработать еще малень? Вы что наделали? Вы моему сыну зачем золотые зубы сделали? 1, 2, 6, что это? Вы что, все зубы на золотые ему поменяли, Алёша? Боже мой! Не, ну это... Вы же сами сказали делать, типа, для себя. А, ну вот вы сейчас микстуру приняли вот эту, потом еще сегодня вечером перед сном 1 раз такую примите. И еще хотел сказать, у нас тут сейчас акция от МВ идет при покупке средства от поноса. 3 пачки от запора в подарок. Если нет поноса, тогда сперва вот эти от запора. И при подписке на коралловый клуб еще получаете средства от герпеса. Вот, если что, скажете, что от Игоря. Ну герпес, да, герпес. Потому что, целуетесь с ненадежным, непроверенным мужчиной? А вы откуда знаете? Откуда я знаю? Фото есть у вас? Ну покажите на телефоне фото. Сейчас вот фото. Ну да, Игорь. В нашем районе только у него такой тип герпеса. У меня от него каждую неделю клиентки, ну, пациентки. Если хотите, могу порекомендовать вам здорового, надежного мужчину. Настоящий педиатр. Ой, сыночка. Доктор, сыночка, спокойно, сыночка. Доктор, ну, сделайте лицо попроще. Не видите, ребенок вас уже боится. Сыночка, успокойся. Дядя добрый, дядя добрый, сон, сын. Ha ha ha!
Дай сфотку. Ой, не могу, сейчас в ординаторскую сброшу. Манту, говорит, у него. Это лицо твое, не манту. Прикинь, говорит, манту, говорит. Манту. Манту. Сейчас я ее покажу. Сейчас покажу. Манту. Манту. Смотри, манту. Здрасте, к вам можно? Вы кто? Фамилия? Где бахилы ваши? Я одна. У меня 45 домов. Я тут не жравшая, не сравшая. Без бахил, во, направление. Молодой человек, без направления не делаем. Без направления, до свидания. Доктор, так тяжело жить с биполярным расстройством. А потом, знаете, как-то легчает. А потом снова тяжело. И легко. И снова тяжело. Легко, тяжело. Легко, тяжело. Вам какой наркоз? Глубокий или мягкий? Мягкий, наверное. Баю-баюшки, баю, не ложись на краю. Придет серенький волчок и ухватит за бочок. Он ухватит за бочок и потащит во лесок, и потащит во лесок под ракитовый кусток. К нам, волчонок, не ходи, нашу Машу не буди. Баю-баюшки, баю, не ложися на краю. Придет серенький волчок и ухватит за бочок. Он ухватит за бочок и потащит во лесок. И утащит во лесок под малиновый кусток. А малинка упадет прямо Катеньке в роток. Баю-баюшки, баю, не ложися на краю. Придет серенький волчок и ухватит за бочок. Он ухватит за бочок и потащит во лесок. И потащит во лесок под осиновый кусток. Ты к нам, волчик, не ходи, нашу Машу не буди. Баю-баюшки, баю, не ложися на краю. Придет серенький волчок и ухватит за бочок. Он ухватит за бочок и утащит во лесок. А там бабушка живет. И калачики печет, и детишкам продает.